прием ко мне приходят дети с различной патологией. Наиболее часто встречающаяся патология – это перинатальное поражение центральной нервной системы. Дети первого года жизни, которые требуют комплексного, длительного наблюдения. Первое обращение должно быть обязательно на первом месяце жизни. Потом ребеночек наблюдается в 3 месяца, 6, 9 и 12. При необходимости в эти периоды проводится медикаментозное и физиотерапевтическое лечение. Медикаментозное лечение назначается в зависимости от ведущей патологии. Каждому ребенку индивидуальный подход. Физиотерапевтическое лечение включает в себя различные методы массажа, классический массаж, мануальная терапия, электрофорез, амплипульс. Я хочу обратиться к родителям, которые заметили даже небольшие отклонения в развитии у своего ребеночка. При правильном и своевременном лечении ребеночка, диспансерном наблюдении, большинство детей с этой патологией к первому году жизни выздоравливают. И мы в год имеем очаровательного, здорового ребеночка. Я вас приглашаю в наш медицинский центр «Здоровый ребенок», где невролог вас осмотрит в доброй, спокойной, неторопливой, доброжелательной обстановке, назначит лечение и будет рад выздоровлению вашему ребенку вместе с вами.